Больш за тыдень гэтыя хлопцы жылі праз парадку курсантаў военно-транспортнага факультэта Беларускага дзяржаўнага універсітэта транспарту. За плячыма рабят навучанне асновам военной падрыхтоўкі, азнаямленчы экскурсіі, спартыўныя спаборніцтвы і культурныя мерапрыемствы. А таксама заняткі і конкурсы, накіраваныя на развіццё творчых здольнасцяў. Танцавальны флэшмоб з удзелам падлеткаў таму навочнае пацверджанне. У военно-патриотичном лагере «Курсанты» приняли удел 25 ребят из разных районов Гомельщины. Это подлетки во возрасте от 14 до 17 годов, которые потребуют повышенной педагогичной уваги. Основная мета штогодового проекта – долучить их до корыстного проведения своего вольного часу, наполнивши его цікавыми занятками и культурными забавами. Ребята заехали, ну, такие немного хмурые. Они приехали, ну, в какой-то, скажем так, воспитательный лагерь. С таким чувством, что вот их будут воспитывать. Поэтому настрой был достаточно, ну, даже негативный во многих. Вот. Многие были безразличными. Но потом в ходе нашей совместной работы дети оказались настолько активными и позитивными, что все, что мы запланировали, удалось нам просто на славу. Подчас церемонии закрытия военно-патриотичного лагеря «Курсанты» отбылось урочистое узнагороджение его удельников. Каждый из хлопцев отримал памятный подарунок от головного спонсора проекта Гомельской областной организации Республиканского громадского объединения «Белая Русь». А так само подячные листы, медали и кубки за перемоги у разных споборництвах и конкурсах, проведенных за гэтые 9 дзён. Программа лагеря сапраўды была расписана хиба что не по хвилинах. Насыщенный график культурно-адукационных и спортивно-забавляльных мероприемств не дозволял подлеткам сумовать. Очень понравилось, когда играли в боулинг, когда играли в большой теннис, бассейн, когда ходили, когда в кино сидели, смотрели. Все очень понравилось. Ребята хорошие. Мне больше всего понравилось проводить время с новыми друзьями, с нашими воспитателями, курсантами. Хочется заново сюда приехать, обратно же с этими ребятами в дружном коллективе. Хлопцы сошлись у меркования. Памятные подарунки станут добрым напомином о выдатно проведенном у лагеря часе. Выхавальники у свою чергу сподяются, что отриманный за гэтые 9 дзён, хай невеликий, але вельми корыстный житёвый опыт, станет для подлетков штуршком для саморазвития и имкнения стать лепш. Вероника Ворошилина, Сергей Климович, телерадиокомпания «Гомель».